И снова здравствуйте, всем привет. Итак, вот такой вот персонаж папаша. И у него уже появилась анимация. Сейчас надо будет все это дело залинковать. Посмотреть, сколько вытянет именно сцена, сколько будет весить, как это все будет выглядеть, а потом уже делать доработку. Итак, вот папаша, тут разговор с дворецким. И вот он тут негодует. И вот смотрите. Даже хорошо, что такие косяки вылазят, да? Вот раз. Так, а ну-ка, назад, прыжок. Где у нас тут? Вот он. Так, вот. Прыжок. Так, кресло у нас где? Кресло у нас заанимировано. Так что, получается, смотрите, видите? Надеюсь, вам видно. Вот тянут вот эти вот полигоны. Вот они. Вершины где-то прицепились, и произошла вот такая вот кака. Значит, менять уже в сцене это дело не получится, потому что привязка идет неадекватно, и, короче, тут все рассыпается. Сейчас я вам расскажу, как это нужно будет делать. Так, выбираем первый кадр в таймлайне. Переходим на него. Вот вы видите, что пахан сидит. Вот такой вот задумчивый, все нормально. Вроде бы все хорошо. Итак, Shift, Shift-D. Копируем вот этот файл, но должны быть выбраны все кости. Вот они. И вот мы его сдублировали. Ну, тут еще будет проблема, что, видите, он никак не перейдет на этот файл, вот на этот кадр, нужно вот этот нулевой кадр у меня, который стоит, ну здесь первый, нужно его G английское чуть-чуть перетянуть в бок. Так, N панель, включу вам скринкаст кей, который я постоянно забываю включать. И G включаем, перетаскиваем вот этот кадр именно на первый или второй, ну, которую мы сможем выбрать, да? Мотаем колесиком, переключаемся на первый кадр. Он у меня сейчас второй. И делаем такую манипуляцию Alt-G, Alt-R, Alt-S. Так, не работает, да? Что такое? Выбираем только нашего персонажа, английское А. Так, почему выбрались кости? Object Mode, вот эти. Он весь выбранный. Это не есть хорошо. Выбираем только кости персонажа. Заходим, значит, в Post Mode. И теперь удаляем вот этот кадр. Delete. Вот этот кадр. Делаем Shift-D. Дублируем. Нажимаем Alt-G, Alt-R, Alt-S. И у нас получается вот такой вот персонаж. Заходим теперь в Object Mode. Нам понадобится что? Перевязать его. Включаем, выбираем, значит, нашего персонажа. И в модификаторах отключаем, применяем или отключаем арматуру, эту привязку. Потом выбираем шмотки, это стопудей. Шмотки привязались, мы их тоже отключаем. Выбираем пахана, выбираем кости, Ctrl-P. With Automatic Widget. Пахана перевязываем. Выбираем штанцы. Ну, костюм, короче. И перевязываем на кости Ctrl-P with Empty Group. Выбираем штанцы. Заходим в модификаторы. Data Transfer. Выбираем на, так, привязку к нашему пахану. Vertex, Vertex Group. И теперь Apple. Применяем все это. Или Apple, Apple, или Apple. Выбираем наши кости. Заходим в Post Mode. Поднимаем ногу. И вы видите, что все, этот полигон уже все нормально, все перевязалось. Но теперь что делаем? Теперь выбираем английское А. Все наши вот эти кадры. Вот эти все кадры. И делаем такую штуку. Английская А.
выбираем персонажа, значит, переключаемся, где он сидит, так, чтобы четко попасть на кадр 12. Так, еще раз А, все кадры выбираем и пишем И вокруг. Теперь переключаемся на последний кадр, пишем И вокруг. Все нормально. Теперь вот этот кадр G, исправленный, где кости именно вылезли, можно удалить, делить. Смотрим, проверяем, как теперь пахан будет прыгать. И вот теперь пахан, вы видите, прыгает, и у него вот эти вершины полигона не тянутся, веса полностью нормально перевязали. Ну, это кому интересно, исправление вот таких вот косяков. Я даже люблю, когда косяки вылазят, они позволяют искать какие-то методы решения. И вот этот метод решения, методом тыка, я попробовал, он работает. Если у кого-то такая штука, рад буду, если вы посмотрите, и вам это дело поможет. Итак, пахан все прописан. Здесь анимация есть. Вот такая штука. Здесь разговор у него тоже идет. Сейчас покажу вам. Так, кости отключаем. Ну, согласитесь, лучше, чем был тот пахан, да, тот серьезный такой, богатей. А этот такой шкуровидный такой, черт, орёт. Ну, нормально. И у него тут вот есть анимация разговора. Вот он тут болтологию делает. Возможно, не хватит по кадровке болтологии, но тогда я это дело добавлю. И тут тоже у него получается... Он тоже говорит речь, но часть речи, вы видите, что он когда прыгает, у него получается разговор вот где-то уже в конце тут вылазит, вот, чтобы видно было. Вот, где тут вот. Ну и в принципе я на этом хочу сэкономить время, получится, нет. Озвучка будет идти уже... в его прыжке где-то вот под конец, вот когда он приземляется, вот здесь убью гада, это вот так. Я даже не знаю, что он скажет в конце, так общие фразы пока. Итак, вот сцена исправленная. Что делаем? Теперь нам понадобится зайти в Object Mode, убрать вот этот ковер, потому что в другой сцене он уже там присутствует, где мамаша сидит, и с прошлой сцены я взял просто папашу с ковром и переделал. Так, что еще нужно сделать? Так, если мы закрываем коллекцию, вы видите, что арматура находится не в коллекции. Ее обязательно нужно перенести туда же. Иначе это дело все не будет работать в сцене линкования. Так, камера нам не понадобится, потому что там будет своя камера и свой свет. Так, арматура здесь на кресле. Вот он. Почему на кресло добавил арматуру? Потому что когда пахан садился, получается, он же мелкий, да? И у него ноги, ну как, проваливались в сам диван, вот это кресло. И пришлось кресло немножко попрямять, чтобы пахан нормально сидел. Так, ну, в принципе, все, это нормально сделано. Файл, это надо теперь сохранить эту сцену, сейф. Иногда боюсь сохранять, вдруг что-то забыл, потом, чтобы не выпал косяк и файлы не попутались. Вот тоже немного отвлекся. Так, что надо делать? А, сцена подготовлена, все. К линкованию. Давайте это все дело сохраняем. Еще раз сейф. Так, погнали теперь искать, что, мамашу. Файл open. Находим. Вот видите, работаю вот с этим жестким диском. Он как флешка в основном. Так, находим, где у меня тут все находится. Мульт персонажи. Так, мать Круза.
Это она вот с ригами, не то. Тут симуляции. Так, дальше погнали искать. Локации, окружение, линкованные сцены. Так, линкованные сцены. Круг за дом. Находим ожидание новое. Так, это где тут? Вот ожидание, новая сцена. Загружаем. И сейчас будем, вот мамаша, сейчас будем сюда все подкидывать. Это вот основная сцена будет, значит. Теперь файл, линк. Кидаем сюда анимацию пахана. Так, это значит персонажи Кости. Нужно потом как бы перенести. Немножко неправильно я тут, видите, анимации до линкования. Надо было пахана сюда сохранить. Здесь у меня вот они все анимации. Ну ладно, чтобы уже точно знать, где что находится. Пусть будет даже так. Персонажи Кости. Капитан и отец Круза. Новый отец. Так, сцена анимация. Линк. Находим коллекцию. И подгружаем сюда коллекцию. Так, вот он пахан. Он, кстати, здесь и находился, ну как, находилось его кресло. Вот здесь он и был. Так, ставим на первый кадр. Мамаша сидит, пахан дремит, все зашибись. Теперь нам понадобится, так, ну давайте немножко его все-таки передвинем. Так, вот сюда. Пусть он чуть вот так вот боком стоит. Теперь загружаем сюда, линкуем сцену именно с дворецким. Так. Персонажи Кости, КВМН. Бармен, дворецкий. Так, дворецкий. Линковка, вот он. Находим коллекцию и коллекцию тоже сюда закидываем. Так, тут надо будет его сейчас чуть-чуть отрегулировать. Да. Он у меня по центру был. Немножко на нампаде R перекручиваем. И с помощью MOV уводим его в бок. Но уводим так, чтобы он где-то вот. Так, куда он подойдет, давайте посмотрим. Вот, сюда он подошел. Это слишком близко. Значит, мы его немножко еще оттащим. Вот так где-то будет. Вот. И чтобы он смотрел на нашего пахана, давайте чуть-чуть еще развернем. Чуть-чуть в бок, чтобы как бы, ну вот угол, треугольник получался со всех сторон. Так, камера мне пока мешает. И собачка. Собачка обязательно. Линк, значит, находим. А, это уже не тут. Собаки, живность у меня находится в папке. Так, мульт животные, доберман. И доберман анимация 3. По-моему, вот она. А ну-ка. Линкуем. Да, собачка слишком большеватая. Давайте его уменьшим. И тоже передвинем где-то вот сюда, да? Можно, конечно, ее потом и развернуть будет. Так, немножко на нампаде, наверное, все-таки ее побольше разверну. Да, вот так как-то она будет лежать. Проверяем все вот эти анимации. Так, собака нормально встала. Мать в истерике. Вот я не знаю, мать может быть убрать отсюда. Чтобы, ну как, сцену только сделать. Или вот так вот. Ракурс будет лучше смотреться. Или лучше на троицу. К
крупным планом или общим планом взять. И, короче, здесь пахан злится. Мать, значит, у матери сопли рекой. И у матери нужно передвинуть все вот эти кадры. Это, значит, заходим, выбираем рик матери, заходим в плотмод, английская А. Нажимаем на таймлайне, выделяем все кадры. И G. Мать должна ныть до последнего. Значит, где-то вот в прыжке. Вот так, да? G. И вот сцена получается у меня 500 кадров. Так, пахан прыгает. Все, убью гада. Смотрим, как это все выглядит. Вот. Вот такая получилась сцена. Теперь нужно эту сцену, вот эту всю сцену, закинуть именно сам в дом. Так. Вообще-то... Да, чуть-чуть я, наверное, неправильно сделал. Надо было в дом линковать. Ну, не суть вопроса. Сейчас сохраним. Это значит файл save as. Вот у меня находится дом. Находим опять же папку, где это все сохраняется. Находим анимации для линкования. Так, сцена ожидания новая. Вот она будет save. Туда я сейчас сохраним. Немножко придется подождать. Все, не так долго времени, кажется, заняло. Теперь файл open. Находим локации окружения. Так, пещера, город, пляж, пристань, таверна. Так, линкованные сцены, круза, дом. Открываем дом, подгружаем все текстуры, находим external date, находим films, missing файлы, находим, у меня тут все отдельно, это значит мультфильм и текстуры. И вот вы видите, что в текстурах у меня все разбито, именно здесь только текстуры персонажей, там пляжа, домов. Вот ковер в дом, капитан, корабль, дом, круга. Вот они все здесь. Значит, текстурки, все подгружается. Дом скачан из игрушки какой-то. Хорошее, кстати, окружение. Вот все, кто сделал, красавчик. Так. Дверь, по-моему, с анимацией тут. Да. Дверь с анимацией. Но анимацию нужно у двери потом будет убрать. Вот здесь нужно ее убрать, потому что здесь еще круза не будет. Так. Файл. И теперь линкуем вот эту сцену, именно которую мы закинули в анимацию до линкования. Сцена ожидания. Так, где она тут вся? Бармены. Вот она. Сцена ожидания новая. Линк. Так, камеру не надо. Коллекция. И посмотрим, загрузятся все они вместе с линковкой он-то или нет. Ага, загрузились. Значит, S. Все это дело уменьшаем. И у мамаши там в сцене была камера. Надо будет зайти и ее удалить. Так. Семерка на нампаде. Поставить прозрачность на это. А ну-ка. Перекручиваем. И нужно все это дело опять же поставить
где у нас находится холл. Вот тут где-то оно-то. Статуя мешается. Так, опускаем на пол. От ковер должно быть видно. Перетаскиваем чуть-чуть все подальше вот сюда к статуе. И вот у нас такая получилась сценка. Теперь в следующем ролике я постараюсь сделать именно съемку вот этого, вот этой всей сцены. Так, файл. Закидываем вот эту, сохраняем Save As в папку линкования. Так, линкованные сцены. Круг за дом. Сцена. Здание. Новая. Два. Итак, вот сцена готова. Теперь что делаем? Корректируем. И в следующем ролике, как я и сказал, попробую ракурсы вот эти все поделать, что получится. Так, что у нас тут с освещением? С освещением у нас полное Z. Нужно будет добавлять сюда свет, хотя он тут должен быть. Камера, лифт. Свет есть. Ну, мамаши, камеру мы все-таки уберем. Заходим в файл. Так, файл. Open. Сцена ожидания новая. По-моему, она. Да, и у мамаши здесь удаляем камеру, она нам не понадобится. Так, что тут? Все в сцене включено. Коллекция, коллекция, ковер. Все нормально. Файл. Сейф. Заходим теперь в сцену, которую мы залинковали. Смотрим, что у нас тут. Ноль. Вот она, ее основная камера. Так. Вот она, камера. Shift F. Так, получается ноль. Shift F, сочетание клавиш. И погнали. В хату заходим. Так, нам нужно подняться именно F назад. Ага, вот она хата. Итак, опускаемся, колесико крутим, замедляем, чтобы рывками это дело не летать тут. Помедленнее, чтобы передвигаться. Заходим в саму вот эту хату. Вот какие-то детали надо будет поудалять, наверное, вот эти ступеньки. И как-то это все дело потом продумать. Какого есть ракурса? Не знаю, с этого, наверное. Так, настройка камеры. Сколько тут? 100 метров. В принципе, достаточно. Что тут еще? Камера 50 миллиметров. Я поставлю 34. Вот так вот будет, наверное, подальше получше. Значит, Shift F. Немножко еще вот. Все, вот теперь можно
облетать, смотреть, выбирать ракурсы, которые нужно еще будет поискать. Вот так вот. Файл сейф. Камера настроена. Ну, как-то мелковато выходит, но зато есть возможность именно приближения, именно вот этих вот манипуляций. Вот такая штука. И еще что хотелось бы сделать. Эти сидят, это дворецкий, и дворецкий получается сильно мелкий. Я хочу дворецкого сделать там побольше. Так, чтобы он и смотрелся. Так, а где у него? Ага. Это дворецкого. Вот теперь неудобство. Нужно поправлять размер именно в той сцене. Заходим, находим. Сцена ожидания новая. Это значит дом сейф. Я его уже сохранил. И вот здесь, по-моему, была линковка, да? А ну-ка. Так, пахан есть. Арматура. Это кто у нас тут? А вот дворецкого я выбрать не могу. Значит, получается, я сейчас могу убирать мамашу, могу убирать... Ага, кого я тут могу убирать? Пахана. О, вот он, дворецкий. Если я сейчас сделаю его S, не делается. Значит, я его удалю. Файл, значит, сейф. Новая основная сцена. Видите, дворецкий исчез. Так, а что там? А, это камера, да? Ну, давайте сюда теперь залинкуем нашего дворецкого. Так, находим дворецкий, линковка. Коллекция, коллекции. Сейчас он появится. Ох ты, как он красиво появился, да? S. Находим дворецкого, уменьшаем. G перетаскиваем. Так, ну это сильно он большой. Так, ну он должен... Ну да, не меньше. И так вот где-то и быть. Так. Так, семерка на нампаде. Дворецкого перекручиваем. G подставляем. Смотрим, где он теперь находится. Смотрим его остановку, где он остановится перед паханом. Так, это слишком близко. Отводим его вот сюда. Все, пахан маленький, мамаша чуть побольше. Ну и приближен к размеру, значит, наш вот этот персонаж. Все, сохраняю вот эту сцену. Файл сейф. Сейф, короче. И теперь буду думать,
как здесь построить вот эти все ракурсы, как все это дело туда оформить. Так. Сколько? 550 тысяч полигонов. Я его туда. Хотя все облегчено. Надо еще полазить, наверное, еще их в ценах у них поуменьшать именно полигонаж. И, короче, ну понизить хотя бы еще на 100, на 150. Тогда будет классно. Железо у меня хоть и тянет, но все равно чувствуется, что слабовастенько для такого. Все, всем пока, до свидания. Если кто хочет поучаствовать в проекте, приглашаю уже именно с готовыми персонажами поработать, попрактиковаться, выбрать любую сцену, полностью ее сделать, и ее включим именно в этот мультфильм. Все, всем пока, до свидания.